Остановился у подъезда. Пассажиры вышли у меня, друзья. Навстречу, смотрю, мигалки сначала. Галдина летит. Водитель выскочил, врезался. Выскочили сотрудники, догнали. Ну и задержали его. Ну чем ДТП-то совершили? ДТП. Ну, УАЗик врезались. Это он мне врезался. Ёб-ба-ёб. О, блядь, ребята. Стопудово, я вот сейчас здесь. Чик-чик, поворот. Нужно дуть, пока звучит звуковой сигнал. Давайте еще. 0,466. 0,160. Предельно допустимая концентрация. Почти перебор маленький. То есть у вас несколько раз, да. Выпивали, да, перед этим? Ну, мы вместе, конечно, пили. Мы изначально вообще пили в алкомаркете даже. Мы изначально без машины пили. Потом он пошел в машину, взял, приехал, все, и мы погнали там дальше больше. А водительские права у вас давно? У меня вообще нет. Самоучка. Следовали-то откуда куда? Со стороны Маркова в район рабочего штаба. И с чем возникла такая необходимость сесть за руль в состоянии опьянения? Алексей попросил. Куда направлялись? Вместе рабочего штаба.